качество работы управляющих компаний оценят по 5-бальной шкале. Отметки коммунальщикам за первое полугодие поставит городская комиссия с участием жителей Ярославля. Среди основных критериев – качество содержания многоквартирных домов и дворов, эффективность работы собственниками, наличие электронных паспортов домов и финансовая деятельность. Оценки управляющим компаниям выставляют дважды в год – в феврале и августе, на протяжении последних 5 лет. Табель успеваемости размещают на городском портале на всеобщее обозрение. Стоит отметить, мало кто выбивается в отличники, а вот двоечников гораздо больше. Не все опять захотят у нас участвовать. У нас, как правило, 2 или 3 управляющих компании отказываются участвовать в этой компании. Я повторюсь, что это дело, конечно, добровольное, но для тех, кто отказался, будет выставлена оценка 2. Но есть такой порядок, то есть они получат 2 балла. Но это, наверное, будет справедливым, потому что отказ от предоставления дополнительной информации о своей деятельности тоже, наверное, вызывает какие-то вопросы к такой управляющей организации.